Приветствую вас и описанные вами симптомы, описанные вами проявления свидетельствуют о том, что человек как минимум неравнодушен к девушке. Она имеет для него какое-то значение, а у него есть к ней чувство. То есть однозначно и уверенно можно говорить о том, что девушка для мужчины не безразлична. Она не безразлична для него, и у него есть к ней какие-то чувства. Это не обязательно любовь, это не обязательно сразу очень сильное чувство. Но определенно какие-то чувства есть. И скорее всего пока что речь идет о такой робкой симпатии, которая может еще и прекратиться, которая не окрепла до уровня любви и которая пока находится только на начальных стадиях. Потому что когда человек любит, он все-таки как-то более явно, более осознанно, более ярко проявляет свои эмоции. Также можно сказать, что у молодого человека есть нежность к девушке, то есть именно нежность, желание проявлять ее к девушке. И эта нежность также свидетельствует о том, что молодой человек к этой девушке не безразличен. Насколько сильно он к ней не безразличен, покажет только время. Нельзя говорить, что это обязательно любовь, или это симпатия, или это влечение, что-то есть, но что покажет только время. Вполне возможно, что мужчина испытывает и влечение к девушке. Влечение сексуального характера, конечно. И в этом случае это также проявится в его направленности деятельности. И уже девушка сама определит для себя, приемлемо ли для нее то, как проявляет себя мужчина или нет. И если неприемлемо, то, соответственно, она его оттолкнет, отвергнет и так далее. Если приемлемо, то, соответственно, примет и будут отношения развиваться дальше. Так, как им суждено развиться именно между этими двумя людьми. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.